Так у меня все выглядит. С этой стороны может тоже стать полноценная раскладушка. Здесь у меня столба центрального нет, система подвес за треногу. Ну, там у меня вещи валяются, там рюкзак, куртка. Там еще спальник у меня подвешен, я еще не доставал. Еще и матрас надо будет достать, сюда положить. Я сейчас на пенке лежу. Так, в общем-то, очень комфортно. Я очень доволен этой палаткой. В общем-то, дышится очень хорошо, легко. Нет такого дикого жара, как обычно бывает в таких недышащих палатках. Ну, потому что тепло сейчас на улице. Но я думаю, возьму я когда-нибудь ее, когда будет мороз такой легенький, градусов 8-10 может быть. Возьму, попробую, испытаю. А так, в общем, сейчас градус, наверное, 2 тепла. Может быть, 3. Но тут река, здесь влажность побольше, посильнее, поэтому попрохладнее даже, чем в городе. Ну, прекрасно, в общем, тепло. Если вот закрыть дверь, хорошо, вот я ногами к печке лежу, прям вот ботинки снимаю, носки сразу высыхают, идет тепло от печи. А там прекрасно дышится. Вот прям то, что хорошо, то, что здесь хорошо дышать. Здесь свежий, чистый воздух остается. Чего в таких вот палатках, которые сделаны из синтетики, такого там нет. Топлю елкой. Елка не гнилая, но сухая. Это я хлысты напилил заранее. Это вот остатки от хлыстов. Они сейчас подсыхают. Это я наколол на тот случай, если с утра растопить быстро. А так закидываю вот целиковую полено. Вот она горит там. Надо убавить, а то сильно будет. А то иногда прям вот этот патрубок первый, он прям красный весь раскаляется, если дверь полностью открыть. И там я наверху привязал 3 штуки, 2 веревки у меня отгорели. Надо будет цепочки сантиметров по 25 приделать, чтобы веревки не отгорали. И все замечательно. Какой новый чайник. Утро, 9 часов утра. В общем, спала нормально. Последнюю закладку делал в 3 часа ночи. И вот до 8 я проспал. Печка, конечно, потухла. Сейчас ее заново затопил. Чайку попью, сейчас приготовлю. Потом буду потихонечку собираться.
Алло. Все, поход мой закончился. Фух, еле поднялся. Два раза ходил. Сейчас до машины осталось метров 70.